Всем привет! Привет! Сегодня мы один из праздников новогодних посвятим собиранию пазлов. Времени у нас полно. Нам подарили пазл. Учись, играя, Россия, наша Родина. Состоит он из 260 кусочков. И мы эти кусочки будем сейчас усердно складывать. Предлагаю начать с того, чтобы собирать, найти угловые, а не с закругленными краями, и по периметру с плоскими краями. С этого мы начнем, так мы быстрее соберем. Потом будем раскладывать по цветам темные в отдельную кучку, светлые в отдельную кучку. И так, глядишь, одну по другой мозаику соберем. Ну, начинаем. Ну, вот теперь, когда собран периметр, углы, вертикальные, горизонтальные полосы, серединку будет собирать теперь уже легче. Можно кучковать по цветам оставшиеся пазлы и собирать. Кроме того, на многих пазлах есть названия городов, хоть и частично, и можно приблизительно по карте понять, где они находятся. Это также развивает логику вот таких вот маленьких нелогических детей. Продолжаем. Прошло и полчаса, а Даша все собрала, да, Даша? Да, честно? За 10 минут. Какая умница. Но алгоритм сборки следующий. Сразу собираете, находите углы, от углов соединяете верхние и нижние боковые линии, раскладываете по цветам, по кучкам оставшиеся пазлы. Если знаете географию, одним глазком подсматриваете на карту и раскладываете. Все у вас срастется. Если вы не знаете, чем заняться в выходной, смотрите наш канал, мы вам покажем много интересного и расскажем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока. Пока!